С блеснами мы определились. Что у нас еще в запасе, кроме блесен, сегодня будет использовано? Кроме блесен у нас есть еще воблера и силикон. В каких случаях мы будем использовать воблера и силикон? Воблера используются в основном, когда клев мегаактивный. Потому что воблера имитирует естественный объект пищевой цепочки хищной рыбы, то есть это малька. Вот. А форелевые воблера, они еще имеют некоторые особенности, которые очень хорошо помогают справиться с нюансами на конкретных водоемах. Допустим, когда форель в центре водоема вышла наверх. И поедает малька. То есть, как мы видим, время от времени на водоеме есть выходы малечка. То есть это сопровождается такими маленькими разводами на поверхности. Иногда бывает вечером, как я уже говорил, когда кормят форель комбикормом, она выходит наверх поесть, а комбикорма нет, только есть малек. И она его начинает активно гонять. В этот момент очень хорошо подходит воблера. Поконкретнее. 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 Так, тут у меня две коробочки, разбитые они на несколько, скажем, подразделений под разную Давай специфику. Давай покажем, сколько у тебя здесь. Форель вышла наверх, и она находится вдали от берега. Мы используем стримовые воблера. Далеко летящие. Да, это воблера, которые используются на течении. Они имеют центр тяжести смещенный назад в большинстве своих случаев. Они довольно обтекаемые, чтобы держаться хорошо в течении и не заваливаться на бок. Ну, в общем, чтобы игра сохранялась. Вот. И они имеют очень большой вес. То есть на стоящих водоемах этот воблер очень быстро идет на дно. Поэтому проводка быстрая. Проводка быстрая, это быстрый активный твич. Воблера очень широко играют, имитируя там убегающую от форели рыбу. И форель это очень хорошо подхватывает, да, и начинает гоняться за такими воблерами. Это первый случай, когда следует использовать воблера. Второй случай, когда форель, скажем, любит. Вот ей нужен конкретный объем. Вот ей нужен объем. Она не хочет кушать маленькие приманки, но она хочет объем. И при этом игра не должна быть широкая. То есть вот такое у нее тоже бывает иногда. Бзык, когда форель таким образом себя ведет. Для этого мы используем вот такие вот воблера. Кренки форелевые специальные. Маленькие, большие. Маленькие, большие, но острые. Маленькие, большие, крючки. Острые. Да. Вот такой вот миц от Тимона. Это одна из фирм, которая производит только для форели. Похоже на головлины, но только уже. Приманки. Да, да. Вот такие вот кренки. В общем, воблерочки, которые в своей основе имеют объем. И такую высокочастотную игру. Причем форель может брать их на разных степенях заглубления. Во время того, как приманка приводнилась, мы делаем несколько оборотов, она только начинает заводиться, форель ее атакует. Иногда бывает, что, вот, скажем, как вот на этом воблере, да, большая лопата, и он ныряет довольно глубоко, но он плавающий. То есть он нырнул глубоко, он только вкопался в дно, мы делаем паузу, чтобы он всплыл, и во время всплытия она его атакует. Во время паузы? Да, во время паузы, когда воблер всплывает. Причем форель может сопровождать воблер до того момента, пока он не остановится. На большинстве из этих воблеров стоят тройные крючки, так называемые тройники. Подметил. Поэтому у меня вопрос по поводу гуманности происходящего в дальнейшем и что мы делаем. Ну,
Смотри, во-первых, они, если внимательно посмотреть, они все безбороды. Безбороды, потому, да, да, потому что, что есть, то есть. Да, потому что все-таки воблерами я в основном предпочитаю ловить на быстрых реках. Тоже выпускную форель, и, ну, не всегда выпускную, но на быстрых реках. Вот. А в стоячих водоемах, конечно, гуманнее будет всего использовать воблера, которые имеют предрасположенность конкретно под ловлю в ария. Вот такие, как, допустим, там тот же самый Smith Steel, да, Aria Tune. То есть это классический воблер для ловли на течении, но он адаптирован под ловлю в ария. Вот у меня есть один из представителей уже распечатанный. То есть мы видим, что на этом воблере один одинарный крючок. Заводская упаковка. На соревновании можно ловить на воблера с тройниками? На стримовых соревнованиях можно. Можно, да? Можно, да. И еще один вопрос. Если мы будем все-таки менять тройники на одинарные крючки, угу, изменится ли от этого игра воблера? По сути, игра может измениться только в воблерах, которые имеют маленький, ну, небольшой граммаж и небольшой объем. Потому что на самом деле вес крючка, он, ну, не особо велик для того, чтобы кардинально менять игру. Вот. Но по сути, скажем так, не будет. Не будет. Если так черту подвести. По крайней мере, в этих размерах. Да, да. По крайней мере, в таких так точно не будет. Ну, если ты уже задался вопросом этим, там, на соревнования... Да, я уперся и все-таки хочу поменять крючки. Да, да. Соревнования Aria нельзя использовать тройники. Так. А у нас, допустим, условия такие, что обязательно нужно использовать воблера, там форель мега активна, нам нужно их менять. На что мы их меняем? Давай, я помогу тебе собрать. Давай, помоги, конечно, это... Я ж не просто здесь так. Да, да. А там мы еще рыбу пришли половить. И воблерок посмотреть. И воблера посмотреть. И воблерок, да, посмотреть. Представляю, когда такая коробочка переворачивается, и все это рассыпается в траву с тройниками, собрать это достаточно сложно. На самом деле крючки здесь японские все стоят, очень острые, и в траву оно упало, это не самая большая проблема. Гораздо больше проблема, когда он тебе впился в палец, потому что в попыхах можно загнать аж бегом. Ну, у меня, кстати, было, когда мне впился в палец, у меня даже было, когда у меня... В спину я себе загнал крючок, когда только начинал ловить. А ты спине. Пользуешься безбородами, у тебя будет нанесено... Легче, да. Да. Легче будешь переносить Легче буду переносить стигматы, появляющиеся на моем теле. Да. Вариант. В этом еще один плюс безбородых крючков. Их легче доставать из тела. Особенно, когда ты только начинаешь ловить на спиннинг. А вот и крючки. Так. На самом деле все эти крючки, они имеют общий знаменатель, они все безбороды, но имеют некоторые отличия между собой, как по форме, так по размеру, так и по другим характеристикам. Самое основное, на что нужно обращать внимание, это пометка Aria Hook, что говорит о том, что крючки безбороды. Безбороды, конечно. Или barbless. Barbless. Barbless, без бороды. Еще одна общая черта всех этих крючков заключается в большом ухе, которым они все обладают. То есть большое ушко можно очень удобно разогнуть и повесить на любую приманку. То есть будь это блесна, будь это воблер. Обрати внимание на форму. Вот мы берем, к примеру, классическую форму, да, крючка. То есть она... Давай покажем. Она имеет в своей основе форму как бы вопросительного знака. Вот этот изгиб и угол загиба очень хорошо держит рыбу на крючке и не позволяет ей сойти. Крючки эти используются в основном для монтажа на колебалках. То есть очень даже интересные варианты. Ее можно цеплять как на хвостовую часть, видишь, да? Да. Как и так и на переднюю. За то же заводное кольцо, где цепляется основная леска. Следом у нас идет еще один из видов крючков, которыми оснащать колеблющиеся блесна. Угу. Тоже компания Deco японская. Крючок под названием Kunai. То есть, это название модели, да? Это название модели, да. Очень интересная форма, очень интересная. Ты видел когда-то такую? Нет. Нет. Я, честно говоря, до этих крючков тоже не видел. В чем заключается особенность? Особенность заключается в том, что
если сравнивать с предыдущим крючком, то здесь угол загиба начинается очень-очень рано. То есть он получается слишком загнут. И после того, как рыба садится, он ей заходит очень глубоко в пасть. Таким образом, что она не может от него избавиться. То есть вот такие крючки используются, когда рыба очень ведет себя активно. Она без всяких промедлений атакует приманку и глотает ее достаточно глубоко. И опять же таки, при таких условиях рекомендуется использовать монтаж, который был нарисован на предыдущей картинке, когда крючок ставится на заводное кольцо не в хвостовой части, а в месте крепления шнуру, да, флюорокарбон, в головной части, да. То есть, по сути, у нас за переднее заводное кольцо зацеплена как основная леска, так и крючок, а сзади у нас крючка нет. Часто используют этот монтаж во время соревнований? Честно сказать, во время соревнований такие монтажи используются только в самом начале. В самом начале соревнований, когда рыба активна, ее только-только выпустили, она активна, она глотает приманки без промедления, там, без всякого, и такой крючок приносит минимальное количество сходов, потому что крючка идеального, с которого вообще не сходит, просто не существует. Ну и подведем итог по крючкам. Ну, как бы я рекомендую использовать два типа крючков, то есть классической формы, вопросительный знак так называемый, есть, да, и изогнутой формы, скажем, мега изогнутой формы, которые имеют очень много углов. Это новая форма. Да, новая форма, когда рыба активная, она очень хорошо эта форма выручает. Но есть еще очень много производных от этих крючков, которые мы вот сможем, в принципе, видеть. Но это надо экспериментировать и пробовать, потому что эти крючки разрабатывались японской компанией Decoy, а это компания, которая выпускает только крючки. Только крючки. Всю свою историю она выпускает только крючки. И плохих моделей у нее просто не бывает, потому что это, опять же, такие японцы. Нужно пользоваться, нужно пробовать, экспериментировать и находить своих фаворитов. Мы поговорили о крючках, мы поговорили о воблерах, мы поговорили про блесна, и время пришло к моему самому любимому виду ловли – резину. Да, именно это я и хотел сказать с сарказмом. На резину мы ловим в тех случаях, когда все остальные приманки полностью игнорируются рыбой. Потому что в условиях соревнования в каждом из туров нужно обязательно поймать рыбу. А зачет идет не в сумме по туру, как бы 3 часа и общий результат за 3 часа. А за счет идет поимка в каждом туре. В каждой 45 минутке подводится итог. И если ты без рыбы, у тебя шансы сразу же снижаются. Я понял. Но мы говорим сейчас о соревнованиях, а если у нас, скажем так, по гражданской ловле, по обычной, по обыденной ловле, то это говорит о том, что силикон мы начинаем использовать только тогда, когда рыба максимально пассивна. Да. Когда она игнорирует приманки, и у нас есть несколько часов для того, чтобы половить там перед работой, во время работы, в обеденный перерыв, у кого получается, или после, и мы хотим поймать за короткий промежуток времени рыбу, которая пассивна. Форелевой резины есть превеликое множество. Мы видим тут разные цвета, разные размеры, разные типы, разная степень мягкости, даже разный материал. Начинаем мы с чего? Начинаем с самого распространенного вида резины, это нимфа. Что такое нимфа? Нимфа – это, скажем, базовая приманка, на которую ловят нахлыстовики. То есть это какая-то вымышленный какой-то персонаж, который живет под водой, непонятно, что имитирует, но форель его очень сильно любит. То есть нимфа имитирует в одночасье несколько естественных пищевых объектов форели. Выглядит она следующим образом. То есть это типа рачка, имеющая там какие-то клешенки, какие-то лапки и обязательно длинные усики, которые немножечко вправо-влево так развернутые. При проводке эти усики развиваются, создавая, скажем, не слишком активное завихрение, которое не пугает там рыбу
и она ее атакует. Приманка актуальна как на течении, так и на спокойных водоемах арийного типа. Опять же таки, нимфы бывают нескольких видов, нескольких там производителей. Они бывают разного цвета, разного размера, там усы длиннее, короче, но принцип у них у всех один. То есть это объемная приманка с какими-то такими зачатками клешинок, имеющие усики, которые развиваются. То есть это база, скажем так. Что должно быть у форелятника в наборе по базе? По базе. Обязаловка. Обязательно это нимфа. Нимфа. Опять же таки, в разных цветах. Да. То есть розовая. Розовая такая, кремовая. Я тебе кремовая, ее не дам, я тебе ее положу. Мы сейчас тебе также соберем наборчик такой форелевый для резины. Вот такая вот двухцветная у тебя будет, приближенная к белому цвету. Потом обязательно вот такая вот зеленая. Опять же таки, возвращаемся к вопросу, когда рыболов верит в приманку. Зеленая нимфа, конкретно вот этот цвет, вот этот размер, очень хорошо меня выручила на отборах в сборную Украины в 2010 году осенью. Вот, если бы не эта нимфа, то я бы просто в сборную не попал. Она... С одним, с двумя хвостиками, да, тоже. Да, я на нее поймал, ну скажем, решающую рыбу. Вот. Вот этот цвет зеленый, и он у меня как бы теперь в качестве ангела-хранителя всегда присутствует в наборе. В наборе, да. Ну, у тебя он тоже должен быть, потому что он положительными флюидами пропитан. Также, цвет вырви глаз. Яркий, яркий. Вырви глаз. Вот тебе нимфа ярко-оранжевая. Все они одинакового размера, да? Да, да, там один базовый размер идет. И запах очень приятный. И вот нимфа, которая, скажем так, имеет средний цвет, он не слишком яркий и не слишком такой тусклый. Вот, пожалуй, хотел 5 цветов, пять у тебя 5 цветов. Но у меня еще одна блесна осталась, ты мне дал 4, еще одну блесну. Конечно, одну я тебе дам самую уловистую, да, на которую будет считаю, пилать. Считаю, ты да. считай. Ладно. В наше время это очень полезно. Да. Поехали. Так, что кроме нимф? Кроме нимф, обязательно черви. Что такое черви? Черви – это также форелевые приманки, которые очень хорошо показывают результаты при ловле форели. И чередуя нимфы и черви, можно достигать хороших результатов. Виды червей также очень многочисленные. Давай один покажем. Есть ли? Да, они бывают разные по длине и по прочим характеристикам. Он, к примеру, тоже яркий цвет. Да, яркий, вырви глаз. Это вот берклевские черви, они вот так вот запаяны между собой в такую все, длинную я понял, колбасу. Разрывать между собой. Да, они разрываются, вот у меня разорванный есть. То есть вот такая вот длина. Невзирая на то, что мы можем ловить даже иногда форель развесовкой довольно небольшой, вот такой червь, она атакует очень даже успешно и редко сходит. Это себе. А, мне тоже. Конечно. Да? Я понял. Ты все считай. И червь, ты да. считай, да. считай. Ну, червь за блесну не пойдет, ты же понимаешь. Да. Также зелененький тебе. Зеленый. Хорошо. Зелененький. И розовый давать, не давать. Я думаю, что... Вот ну, тебе. Я надеюсь, у тебя там поинтереснее будет еще моменты. Ты про запас оставил какие-то интересные насадки, поэтому... И вот тебе розовый. Розовый. Ну, для полного счастья. Для да. полного счастья еще розовый. Еще сейчас розовый. Я вам покажу его. Это розово-телесный цвет. Я пока разложу все приманки аккуратно на ящике, для того, чтобы показать вам потом их крупно. Также есть еще форелевая резина, это имитация личинки. Точно. Когда форель живет в естественном водоеме, так. с нависшими кустами, там всякие гусеницы ползают, личинки стрекоз вылазят, они обрываются оттуда, падают вниз, форель их поедает, и поэтому это для нее естественный объект. Вот они бывают разные, тоже разных цветов. Вот это очень классная гусеница, вот они тоже обрывные, имеют все замечательный запах, вот тебе тоже надо обязательно на них попробовать половить. Вот такая вот личинка, гусеница. Да, гусеница, имитирует гусеницу. Имитирует гусеницу, там какую-то личинку, которая упала. Кстати, вот на эту личинку очень хорошо у меня в той же Польше на чемпионате мира получилось
отыграть. Тоже ее положим отдельно, чтобы потом показать крупным планом снять. Да. Также есть разнообразные вот другие цвета. Более яркие, более тусклые. Вот тебе еще обязательно нужно взять. Вот. Более яркую, да? Более яркую, да. Двухцветную она, красненькая, желтенькая. То есть тоже сыграть на контрасте. Вот у тебя одна естественной расцветки и вторая такой, скажем так, более кричащей, яркой. Ну, большое количество, большой выбор, да? Остановимся на этом, наверное. И вот еще одну, набор. И еще одну беленькую. Белую, да? Еще одну беленькую, да. Это, скажем, классическая личинка. Она имеет большой объем, имеет вес. То есть благодаря этому мы можем ее сносить легеньким грузом и забросить довольно далеко. Она будет на дальней дистанции. Да, она будет плавно опускаться, зависать в толще воды. Вот так. Мы поговорили о снастях и приманках, используем их на данном водоеме. А теперь непосредственно переходим к рыбалке и поговорим уже о проводках и о выборе места на данном водоеме. И о прочих тонкостях. Да. О поиске рыбы. Да, переходим. Конечно. Но как ты собрался ловить, если у тебя снасть не в сборе? Снасть не в сборе. Что есть, то есть. Поэтому мы сейчас к нашему шнуру, к моему шнуру, привяжем флюорокарбоновый поводок, как было сказано ранее. Оснастим, скорее всего, я начну все-таки ловить на блесна. Как мы и говорили, 4 блесны у меня было выбрано, я помню, что еще одна блесна за тобой. Правильно. И начнем с того, что будем рассчитывать, что рыба активно находится в ближней акватории, то есть заброс у нас будет не дальний. Средний, скажем. Средний, да. И вот по среднему забросу, так как ты выложил мне в порядке, начну с первой блесны и пойдем дальше уже по тем ступенькам планомерно проходить все те приманки, которые ты мне предоставил. Будем чередовать просто в зависимости от поведения да, рыбы. Да, да. И переходим ловить рыбу, рассказывать о проводках и о дальности забросов, на каких дистанциях мы будем работать. Максим, мы с тобой договорили, что я буду ловить на более яркие расцветки, ты будешь ловить на более, скажем так, естественные цвета. Собственно, погода нам в этом сопутствует, потому что вот буквально 20 минут назад еще было пасмурно, сейчас он вышло солнышко, слава богу. Вот, освещенность воды, соответственно, тоже поменялась, и предрасположенность рыбы к тому или иному цвету тоже, возможно, поменялась. Поэтому в такой нестабильный период, как весна, нам необходимо постоянно экспериментировать с расцветками и прочими параметрами наших колебалок. Ну, форелька вышла, это хороший знак. Это выход, да? Да, хотелось бы отметить, знак, что такие резкие перепады погоды не всегда хорошо влияют на клев. Они могут сказаться как положительно, так и глубоко отрицательно. Поэтому скажи, вот в первую очередь хотел бы спросить, моя более натуральная расцветка в солнечную погоду может себя проявить поинтереснее? Может проявить поинтереснее. Объясню почему. Потому что освещенность воды сейчас с выходом солнца немножечко улучшилась, и естественные цвета не так сильно будут настораживать осторожную форель. А когда освещенность воды немного ниже, когда солнце спрятано или там дождь идет, вот, тогда более яркая расцветка будет лучше. Но опять же таки, рыбалка — это такое занятие, которое не точно, то есть нету тут каких-то математических теорем и аксиом. Есть догадки, опыт и кое-какие, скажем так, условные закономерности. Наработки, да, личного закономерности, характера, которые нужно постоянно подтверждать. Еще один вопрос звучал, как правильно выбрать место, если мы находимся на незнакомом водоеме или мы на этом водоеме уже были несколько раз и нам нужно найти наиболее перспективную точку. Самая перспективная точка всегда находится вблизи того места, куда запускают рыбу, потому что форель сама не размножается и ее численность постоянно пополняется администрациям озер. То есть места, где ее выпускают, они одни из самых перспективных для ловли. Это раз. Два. Это места, которые имеют какой-то неправильный, скажем, рельеф. В основном форелевые озера имеют равномерное дно без каких-либо ярких перепадов.
Но все-таки, если такие перепады случаются, то обязательно нужно уделить им особое внимание, облавливая их. Потому что на этих бровках зачастую курсирует форель в поисках еды. Это два. И один из самых важных нюансов – это обрывистые берега, которые сразу же начинаются с глубины, такие как здесь. Берег идет равномерно, а потом хопа, сразу же свал. И свал такой приблизительно где-то 1,20 м. Вот в таких вот условиях может стоять форель. Непосредственно вот сразу же под корешками. Здесь растет трава, деревья и прочая растительность. Она дает корешки. В этих корешках заводятся разнообразные мошки, водяные, водные насекомые, всякие жуки, которыми питается малек. А этим мальком уже в свою очередь питается форель. Также вот этими насекомыми может питаться и форель, потому что форель очень, очень хищная рыба. Она питается всем, она всеядна. Она ест и насекомых, ест и жуков, ест рыбку, ест икру рыбы. В общем, все, все, что можно только себе представить. Одним из немаловажных факторов является правильный облов места, на которое вы встали. Никогда не нужно начинать облов с дальних забросов, даже если вы используете тяжелую блесну. Необходимо всегда начинать непосредственно от ног и заканчивать уже дальним выбросом. Почему? Потому что форель очень пугливая рыба, и если сделать дальний заброс и там сядет сразу же рыба, вы будете ее, когда вываживать к берегу, она будет в свою очередь пугать других. Для того, чтобы этого не было, нужно начинать облов максимально с близкого расстояния. И вот первая форель размочили, слава богу. И получилась классическая ситуация. Мы видим, что блесна отдельно, рыба отдельно. То есть при правильном подходе безбородые крючки освобождают рыбу после того, как дается слабина. А слабина дается, когда рыба уже в подсаке. Отпускаем ее. Ну, развесовка такая, грамм, наверное, 600, наверное, да? А то и 700. Такая хорошая, хорошая форель. Давай, плыви. И сработал розовый цвет, да? Сработал розовый цвет. Клюнуло довольно далеко, 2,5 грамма. То есть, Макс, немножечко тебе нужно медленнее вести. Вот перед этим она клюнула на кокеточку, и Володя уже ее дожал. Проводка у нас равномерная. Володя сделал замечание о том, что проводка должна быть более медленно, чем я сейчас выполняю. Да, она у тебя уходит в штопор. И как уходит только она у тебя перестала входить в штопор под берегом, у тебя произошла поклевка. Да, да, да. Поэтому посмотрим, что у нас медленнее, сейчас. Медленнее. Заброс. Продемонстрирую, как играет блесна. Блесна играет и четко отслеживается, как отыгрывает кончик удилища от игры. То есть бах-бах, бах-бах. Бах-бах, бах-бах, вправо-влево блесна переливается. А если ускорить, тогда получаются резкие такие дрожащие движения кончиком. Это говорит о том, что блесна вошла в штопор. А нам нужна равномерная плавная игра. Вот она. Выбрав место на водоеме, с чего следует начать? Мы начинаем с
среднего веса для этих глубин это 2 грамма. У нас с тобой одинаковые абсолютно блесна, просто разные расцветки. У меня яркая, у тебя естественная. Мы будем делать заброс, скажем, средний, не будем сильно вкладываться для того, чтобы забросить подальше. Что это нам даст? Это нам даст облов в средних слоях воды, и если рыба активная, она будет отзываться. И от этого уже будем как бы делать наши дальнейшие шаги. Рыба активная, если будут активные поклевки, это свидетельствует о том, что для рыбы самое главное факт наличия приманки. То есть нужно работать по площадям. Мы будем переходить динамично по вымосткам, туда-обратно, делать забросы и проводку не очень медленную, для того, чтобы максимально за короткий промежуток времени обловить побольше акватории. Если же у нас этого не произойдет, тогда будем делать уже дальнейшие шаги. У нас есть 2 варианта развития событий. Мы поставим блесну более прогонистую, которая у тебя есть, 3,9 грамма. Будем делать дальние забросы для того, чтобы проверить издалека факт наличия активной рыбы. Если на более дальней дистанции. На более дальней дистанции, да. Так. Если ее не будет, тогда будем переходить к самому, скажем так, популярному и актуальному способу ловли. Это черепашьи проводки вблизи от берега, то есть выцарапывание пассивной рыбы. Вот. Если здесь также нас спиткая невдача, да, тогда будем переходить на ловлю на силикон. То есть практически пассивную ловлю. Да, ловлю это супер-мега пассивная ловля. Хотелось бы перед первым забросом напомнить, что глубина водоема составляет 1.5 метра в самом глубоком ее месте. Глубина доходит до 2 метров. Я уступаю место Володе. Заброс на какую дистанцию ты сейчас совершаешь? Ну, 20 метров, наверное. Не очень далеко. Для того, чтобы понять, ну, я-то знаю местные глубины, для того, чтобы понять, какая глубина в месте ловли, необходимо с первого заброса опустить приманку на дно. И по паузе, по тому, как блесна приводняется и вы поймали дно, вы можете приблизительно понять, какая глубина. Вот, для того, чтобы ввести ее в толщу воды на следующем забросе. Как определить глубину водоема в том месте, где мы собираемся ловить, зная исходные данные по размеру блесны, 2 грамма у меня сейчас стоит, и по ее форме? Это, в принципе, сделать не очень сложно. Опытным путем мы ставим нашу снасть, вот, делаем заброс, и, допустим, вот наша блесенка 2-граммовая кокетка, она будет опускаться на глубину 1.5 метра приблизительно 4-4,5 секунды. То есть она будет идти за 2 секунды где-то 0.5 метра. Опять же таки, это при условии, что у меня стоит 0.2 шнур, 0.2 по японской классификации и 165 флюорокарбон. То есть флюорокарбон тоже играет роль при да, таком конечно, малом весе конечно. Блесны. То есть такие параметры, как шнур или леска, или флюорокарбон, толщина этих всех материалов, она существенно играет роль, потому что она парусит во время падения, а блесна падает у нас не якорем, а падает вот так вот, развиваясь. Вот, и в свою очередь оно тормозит падение блесны. Ну или же другим способом можно экспериментальным методом, зная глубину в каком-то определенном месте, просто засечь, опустить блесну, да, и... И от этого уже отталкиваться. Руководствуясь дальними запросами. Вес у нас есть 3,90, да, сегодня блесны, и разная форма. Да. Принято. Ну что, будем пробовать? Будем пробовать. Ты фрикцион хорошо отрегулировал? Нет, я фрикцион еще не отрегулировал. А плохо. Хорошо отрегулировано, хорошо, все в порядке, ну, да, у меня тоже. Это очень важный параметр, потому что неотрегулированный фрикцион при активной форели, при первом ее сопротивлении, как бы при главном рывке, скажем, ну, рвется. Но я пока не забрасываю. А застраховаться же нужно, правильно? Ну а зачем? У тебя, у меня рядом всего специалист стоит. У тебя сколько стоит блесен? У меня блесен 4. 4. Одну ты мне еще должен. Ну ты же не хочешь, ну я должен, я дам. Ну ты же не хочешь, чтобы их было 3 с нет, первого заброса? Нет, нет, нет. Давай. Поэтому, друзья, берегите свои блесна и правильно настраивайте свой фрикцион. Вот, средний заброс. Дистанция? Дистанция метров 20. Вот, блесна на дне. Глубина вместе где-то 1.60 м. Скажем так, до 2 метров. Но это опять же таки приблизительно. Вот, я подорвал и четко начинаю вести. Как блесна отыгрывает, хорошо видно по кончику удилища, потому что он повторяет движение блесны в воде. Так. Тух-тух, тух-тух. Она играет справа налево, слева направо. Итак, давай еще раз пройдемся по первому забросу. Заброс на среднюю дистанцию. Делаем заброс.
ловим дно. Для того, чтобы нам сэкономить забросе, мы отгибаем скобу после того, как блесна упала на поверхность. То есть, чтобы блесна после приводнения сразу же ушла на дно, а не играла в толще воды, приближаясь к берегу. Потому что если мы скобу не будем отгибать, тогда поклевка может случиться на падение, а мы к ней будем не готовы. Немаловажный фактор. Да. И начинаем подбирать скорость проводки. И сейчас мы будем осуществлять забросы вправо-влево, подобно вееру. Куда ты делаешь заброс, когда ты занимаешь место, выбранное место на водоеме? Это речь идет о соревнованиях или просто? Ну, речь идет и о соревнованиях, я думаю. Просто если о соревнованиях, то я стараюсь бросать поближе к сектору своего соперника, близлежащего, для того, чтобы по возможности забрать активную рыбу у него. Сразу, а потом уже, когда ты сектор соперника слева-справа обловил, уже начинаешь облавливать свою зону. Тогда уже начинаю свою, конечно. Я понял. Это такая небольшая хитрость. Ремарка. Ремарка, кстати. Вес 1,8 грамма, то есть чуть-чуть я облегчил вес для того, чтобы приманка больше парусила в толще воды. Ну и форелька немножко мельче. Выпускаем. Выпускаем домой. После того, как мы сделали 8-10 забросов, вот делаем последний заброс, чтобы успокоиться, скажем, остаточно. Заключительный делаем заброс, и после него, после того, как мы вымотаем, делаем уже кардинальные изменения. Пожалуй, поставим более тяжелую блесну и будем облавливать дальние дистанции для того, чтобы понять, все-таки возможно ли где-то там на глубине, на 2 метрах, да, на этом перепаде полуметровом, будет активная форель. Если там ее нет, тогда будем уже переходить к ближней дистанции. Последний заброс. Это средняя скорость проводки? Средняя скорость проводки, да. Самое главное, четко синхронизировать свои движения, движения катушки с передаточным числом вашей катушки. Потому что если, допустим, запоминать, сколько оборотов должно быть за секунду, это ни к чему хорошему не приведет. То есть каждый рыболов должен индивидуально понять, насколько у него блесна играет правильно или неправильно. Вот. Она должна переливаться справа-слева. То есть, грубо говоря, сделать пару проводок перед вымосткой, да, чтобы определиться со скоростью проводки. По-хорошему, да. По-хорошему, да. Меняем блесну. Сейчас ставим панику. Тоже яркого цвета, кричащего. 3,9, да? Да. Для ловли на дальней дистанции. Но проводка будет уже быстрее. Проводка будет быстрее из-за того, что блесна сама по себе имеет более тяжелый вес. Плюс к этому она более прогонистая и, соответственно, играет чуть-чуть по-другому. Дистанция заброса у нас будет? Дистанция заброса у нас будет уже более 20 метров. То есть по максималке порядка, мы выкладываемся, да, уже порядка 30, да. Кастинг удилища нам позволяет сделать нормальный заброс. Какой свист шнура ты оставляешь? Примерно 1/3 от общей длины удилища. Если мы блесну подтянем впритык к самому тюльпану и будем осуществлять забросы, мы существенно потеряем в дальности. Почему? Потому что не будет вот этого свиса и, соответственно, разгона приманки тоже не будет. Вот блесна играет уже совсем с другой амплитудой. И скорость проводки увеличивается. Скорость проводки увеличивается, да. И я чувствую, как она вот-вот будет чиркать дно. Поэтому нам нужно чуть-чуть даже поднять кончик удилища. Взяла на наш прибрежный, скажем так, вариант, на индивид 2,5 грамма весом.
Вот, взяла в толще воды. Будем выпускать. Володя продолжает перебирать приманки. Мы постарались в программе, в первой программе цикла «По простому о сложном» 2015 года рассказать, как ловить радужную форель на коммерческом водоеме. Спасибо водоему «Белые камни» за то, что подарили Володе пока рыбу. Он уже три, да? У тебя три в зачете? Три. Еще рыбы, были поклевки. Три рыбы в зачете, были поклевки. У меня пока было только две поклевки, один досадный исход, но темнеет. Хотя мы будем упираться и дальше в рыбу. Я без своей рыбы с водоема не уйду. Я уверен, что я сегодня свою рыбу возьму. И мне кажется, что я что-то еще поймаю. И Володя еще увеличит свой разрыв. Поэтому еще раз скажу Володе спасибо за то, что поделился секретами, рассказал нам об особенностях ловли радужной форели на коммерческом водоеме. Ну а с вами, друзья, мы встретимся уже в следующей программе. Делаем забросы? Делаем. Поехали. Будем ловить до темноты. И вот еще одна рыба у нас на крючке. Форель немножко поменьше. И поклевка не такая была активная, как в предыдущие, но верная. Тоже за верхнюю челюсть взяла уверенно. Сейчас будем ее аккуратно освобождать. Освободили ее от острого крючка и отпускаем домой.